еще одна групповая выставка проходит в Доме музея Рюриха. 47 авторов. Это не просто выставка. Все работы – дар музею от израильских художников. Полное же название выставки – первая выставка журнала «Лига культуры», который был основан Одесским домом Рюриха в соответствии с завещанием знаменитого художника и мира мифотворца. «Лига культуры» начала свою деятельность в США в 1935 году, неся идеи мира через культуру. Она была подписана тогда президентом Рузвельтом. Широко известен пакт Рюриха. Главный редактор одноименного журнала Татьяна Слонимская сопровождает выставку русскоязычных израильтян. Подчеркивает, что авторы родом из Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, России, Москвы, Республики Коми, Кыргызстана, Иркутска, Киева и Харькова. Ну и Одессы. Выставка, естественно, разнородна. Но особый интерес, оправданно, вызывают виды великого города, который сразу три мировые религии считают своим первоначалом, и Иерусалима. Привлекают внимание, как всегда, автопортреты. Виды сугубо украинского пейзажа. Можно поздравить Дом-музей Рюриха, ибо большинство работ отменного качества. Хотя хотелось бы, чтобы Витя Штивельберг подарил не одну, а много своих работ. А мы здесь, в Одессе, получили бы от него такой своеобразный привет. Задачу же, преследуемую Лигой культуры, не только в письменном виде. Выставка, похоже, способна выполнить. Свой язык есть, и это очень радует.